Весенняя ревизия, смена фрез. Ну вот я смотрю, у меня один из валов болтается и даже очень ощутимо. То есть надо понимать, что подшипники на этом валу сдохли совсем. Этот вал еще средний более-менее. А вот два силовых вала на подшипниках болтаются, как будто там и нет подшипников. Особенно вот этот вал. О, люфты. Убились подшипнички. Но это негатив. А позитив? Вот полный бак, перевернутый вверх ногами. И хоть бы одна капелька бензина вылилась из бака. Так что при всех негативах есть и позитивы. Ну, валы валами, а шестерни на них поменять бы... Шестерни, фрезы поменять было бы необходимо. Вот сейчас стоят короткие фрезы. Ну, как сказать, короткие. Вот если проложить к ним длинные, то они, в общем-то, не очень-то и короткие. Средние где-то фрезы стоят на лап ложе через А. А потом мы их кладем на пол и сравниваем с фрезами большими. И получается вот такая вот картина масла. Большие фрезы лап-лоша и большие фрезы лоп-лоша. Ну, разные размеры. Я не знаю, хорошо это или плохо. У меня вот